наши дорогие друзья, вы, наверное, уже соскучились. И потеряли. И потеряли нас те, кто следит за нами, за нашим влогом. Я правильно снимаю? Да, правильно. Я за тобой посмотрю. Вот. А все оказывается по одной всего лишь причине. Мы, когда посещали Севастополь, возвращаясь обратно в Анапу к себе, мы забыли в кафе. Я забыла. Пальто и камеру. Вам уже сказали. Поэтому резко прекратились выпуски влога. Не на что снимать. Было не на что снимать. А на телефон как-то, ну, качество там, наверное, не то. А так на большую камеру влоги не снимают. Ты понимаешь, как ты это. С такой дурой ходить, ну, люди не так поймут. Маленькая-то, в принципе, она вот в руке держит и особо... Покажи вид из окна. Особо она это не привлекает внимания. А с такой камерой ходить, она... Вот. Мы пишем это видео... Крайний день в Анапе, находясь завтра утром. Ну, на ключку, что она снимает. Давайте я разверну. И пусть Татьяна Павловна вам дорасскажет. Добрый. В общем, мы заканчиваем пребывание в Анапе. Сегодня 23 декабря, все, крыш поехал, ноября. Давай погромче. Дюбс, может, ты? Нет, давай погромче. В общем, сегодня 23 ноября, мы должны были уехать на день раньше, но у нас немножко за середину задержал Краснодар. А в окей, Краснодар мы больше снимать не будем, нам отказали пока в съемках, сказали, ну вас нафиг, замаяли. Вот, поэтому мы дуем в сторону дома, во-первых, нужно появиться дома, команда уже соскучилась, дети соскучились. И в планах у нас, возможно, в январе-феврале вернуть сюда обратно, потому что шторма бешеного мы так и не увидели. Так, путешествие по Крыму вы там все увидите. Мы, в принципе, вернулись неделю назад, в понедельник. Очень классно съездили, не считая того, что я забыла пальто. И опять обедали, кстати, в Берегет. Ребята, очень рекомендую я это заведение. Мы летом снимали, посмотрите, пожалуйста, влог. Как мы как отдыхали в Евпатории. Ну, летом у нас влог вышел из 7 серий. Посмотрите, пожалуйста, где-то, наверное, 5 или 4 серии. Мы как раз это кафе вам показывали. Вкуснее плова нигде не ели. Да. Это, кстати, вот отличительная особенность для меня этого кафе, то, что плов изумительный. Если будете приезжать мимо этого кафе, обязательно заедьте, попробуйте плов. Я как... Повторюсь, неоднократно и буду повторяться, как повар, я очень оценил это блюдо. Что вы можете еще сказать? Ой, что могу сказать, уезжать неохота, но очень хочется к деткам. Кстати, мы для себя открыли вот эту кафешку на Вересаком береге, прямо в день отъезда. Дима сегодня взял в Новороссийск, я пошла пообедать. Адекватный ценник, мне понравилась кухня. А главное, Дим, покажи вид, какой закрыл. Это залипание. Здесь можно прямо... часами сидеть. А, кстати, еще дай сюда камеру мысли. Мы в Анапе начали строить структуру по Сайберин Валмис. У нас появился очень крупный партнер, мощный, Катенька. И это я к чему, что у кого есть желание присоединиться в Анапе, либо в близлежащих населенных пунктах, welcome, пишем, я вас состыкую с Катериной. Пока нас здесь нет, она вам проведет все, что нужно, со всем познакомит. В общем, Росина теперь еще корни пускают и в Анапе. Кутя Татьяна сказала, вот видишь, как правильно меня тут. Хорошо ты себя держишь, отлично. Татьяна сказала пару слов, то, что неохота уезжать. Я скажу немножко поболее, из 5 слов будет маленький диалог. Если бы не дети и не близкие родственники, мы, наверное, тут остались. Чтобы мы куда уехали. Но как бы превышает вот эта сила желания увидеть близких. И мы все-таки на месяц до декабря, до января мы в Саранск уезжаем. Что мы решили по поводу, мы же с тобой, Татьяна, всем говорили, то, что мы едем на разведку, если нам понравится, мы будем... Ну, переезжать пока не вижу смысла. Мы решили поступить очень хитро. Жить здесь не в сезон. Да, жить не в сезон. Мы переезжать сюда, ну, в ближайшие, наверное, 5 лет не собираемся. Мы будем сюда уже приезжать на зиму, снимать квартиру, жилье. Ну, там здесь ценник на квартиру бешеный. Да. Хотя мы совершенно можем позволить себе сейчас уже купить здесь квартиру. Объясню даже почему. Не потому, что мы такие бешеные суммы зарабатываем. Нам компания
субсидирует, помогает взять без процентной займы. Это не банк, это прям напрямую от компании, потому что у нас многие лидеры так покупают жилье, а потом ты совершенно спокойно с чекой. Это, знаете, как раньше в советах было, у тебя кредит, господи, как он, сбор какой-то за жилье забирают, это то же самое. Вот. Но покупать не вижу смысла. Мы еще не определили, где мы жить хотим. Мы хотим жить везде. Мы хотим быть людьми мира. Это правильно сказать? Не бомжами, а... Да. Хотим быть людьми, где можно спокойно в любую страну приехать, работая, отдыхать. И тем самым для вас снимать блоги. И знакомить вас. Да. Ну, завтра утром мы уезжаем. А, и по приезду домой нам веб-экшн-камеру кафе «Берегет», спасибо еще раз за то, что они... Вообще обалденные ребята. Да, девчонки отправили нам... DPD отправили. Сразу убрали это пальто, проверили наличие камеры, все проверили, упаковали, курьера вызвали. Мне только нужно было адрес сказать и денег оплатить. Да, все. И по приезду в Саранск я доснимаю, как бы, да, выпущу. Демонтируешь. Демонтирую и, наверное, две серии выпущу влога. Не путайте, пожалуйста, то, что... Потому что мы сейчас выезжаем, это будет 10-я серия, да. Или 10-я, 9-я. А потом выйдут две серии, как будто мы еще тут. Не надо, ты лучше по порядку делай. По порядку? Ну, конечно, иначе путается, вообще непонятно, как где. Я просто хотел сегодня смонтировать и выпустить. А что ты сейчас выпустишь? Ну, у меня ноутбук-то есть, а чуть-чуть. Ну, у тебя тут на 2 минуты где. Больше, мы чуть-чуть скажем. На 6 минут, то не получится влог. В общем, мы сейчас кушать. Почему, например, здесь, переверни на меня. Мы за все это время несколько ставили барабульку. Ценник, ребят, за 100 грамм варьировался от 300 рублей за 100 грамм до 150 здесь. Мне здесь понравилось больше всего. Она прям вот свежайшая. Поэтому посмотрим, мы сейчас сюда придем поужинать, проверим Дмитрия Юрьевича. Я главный тестер, да, по качеству. Если Дима изжога, то кушать. А еще мы сейчас пойдем покупать вино в подарок и себе в заначечку. Очень классный сорт нашли в Фанагоре, тоже сейчас покажем, да, Иван? И эта бутылочка вина, которую я сегодня испробовал, сорта Каберне, ставится нам первое место среди моих самых любимых. Но купить можно только в фирменном магазине. Да, мы берем 6 бутылочек там, потому что акция идет небольшая. 6 бутылочек покупаешь, и в среднем получается, что одна бутылка тебе достается бесплатно. Ну, не прощаемся. Мы, наверное, вам теперь еще включим телефон, когда будем покупать вино. И еще пару раз включим, ну, хотя бы, чтобы на минут 15 у нас вышел лоб. Стали снимать, потому что в магазине как-то продавщица не охота смущать, а на улице уже темно. Татьяна Павловна что-то у нас скромно стоит в углу, но мы сейчас ее потом позовем. Так, и что, вот папин новый любимый сорт вина. Папа, это имеется в виду Дима. Да, папа Дима. Да, я себе купил
6 бутылок, но это не думайте, что я такой алканавт. Это все у меня идет в коллекцию. Большинство это все равно, все бутылочки. Ой, как ни печально говорить, они все идут в подарок. Нет, что в подарок? Ну, максимум, может быть, я одну испробую, но будут праздники и так далее. А вот этот вино, сорт Каберне, давайте вот название такое, да? Очень отлично подойдет девушкам. Женщинам, девушкам, потому что он сладенький, очень сладенький. 120 грамм сахара и 12 оборотов. Очень-очень десертное он вино. Прям десертный, вкусный. Десертный-десертный, да. Ну и так как он, кроме меня есть еще мужчина в этом семействе, почетный мужчина, да, почетный мужчина. Дед, мы ему купили вот коньяк вот такой. Прекомендовали. Прекомендовали 10 лет выдержки, сказали. Кстати, кто может пробовал? Да, вот тут даже десяточка нарисована. Говорят, очень-очень вкусно, там отдается. На слив, карамельный послевкусие. Да, отдается всякой гадости вкусной отдает. И в конце какой-то шоколадный карамельный нот. А шоколадный вот у того, который ты Павлу Николаевичу подарок купил. Ну, я деду дарил, не СОПИ, ну, вроде оценил Хеннесси. Ну, сейчас вот попробую вот эту штучку. Да. Ну, и я не удержался, взял вот такой коньячил тоже. 10 лет выдержки, вроде я не любитель коньяка, но вот пригубить можно. С Татьяной Павловной сядем как-нибудь под Новый год. Да, под елочку сядем, мы с Татьяной Павловной, вот. Тут всего лишь 300 грамм в бутылочке вот этой. Десятилетние выдержки. Ну, кто же? Да, 990 рублей стоит. Вот такие мы любители алкогольных напитков коллекционировать. Это Дима любит коллекционировать. А ты не любишь? Ну, и перед тем, как мы отправимся на родину, хочу пару слов сказать про вас, дорогие телезрители. Многие видели, а многие увидели только, наверное, сообщение, уведомление у вас на почте, что вышло определенное видео от просиных марафон. Мы приглашали вас провести марафон. На интересный марафон вместе с нами. Да. Меня это огорчило после того, как я публиковал, было около 800 просмотров, и очень много полетело говна в нашу сторону. Даже я не успел отмахиваться. Ребята, мы никого насильно не заставляем. Мы просто хотели сделать вам не то, что приятно, а какую-то пользу. Не, чтобы поделиться. Потому поделиться что там очень пользой, много связано с хранением, с таким, с обустройством дома, домашнего пространства. Это все связано с Икеей. Вы выдернули из контекста то, что кто хотел. А мы совершенно хотели подчеркнуть другое. В общем, кто хочет увидеть это видео, оно есть в Инстаграме. И оттуда идут благодарности, что, ребят, спасибо, что пригласили, мы прям с удовольствием идем. Ну, а большинство подписчиков, к сожалению, я немножко на вас расстроен. Потому что, не поняв смысл видео, такие вещи писать оскорбительные. Нет, Дим, я согласна, если бы мы этот видос взяли как рекламу, впулили в какой-нибудь популярный обзор. Да, мы специально сделали отдельное видео. То есть, кому интересно, могут зайти посмотреть. Кому не интересно, соответственно, я уже все, даже спина не держится, устали. Вот. Кому не интересно, мимо прошли. Мы просто не ожидали такой реакции. Ко-ко-ко, бе-бе-бе какой-то. Ребят, вы прекрасно знаете, что у нас два вида деятельности. Мы сетевые предприниматели, мы сотрудничаем с Сиабилингом, мы этого не скрываем. Да. И причем очень много у наших клиентов среди подписчиков и партнеры среди подписчиков. Люди с благодарностью говорят спасибо за продукт, за здоровье, то есть за пользу. И такая реакция очень странная. Понимаешь, если бы мы вообще по этому поводу ничего не говорили, тут херакс вас решили позвать куда-то. Поэтому, каждый сам решает. В общем, видос-то в Инстаграме. Инфа актуальна до конца ноября. Просто я почему хотела... Я давно хочу сделать закрытый чат, где мы с вами можем делиться такой инфой, которую я не могу в Ютубе публиковать. Вот физически на этот вопрос не имею права даже рот открыть, чтобы ответить, потому что публичный канал, да, Дим? Да. А мы хотели сделать закрытый чат, соответственно, как плюшка после того, кто в марафон зашел, вы остаетесь в канале, и потом уходит в закрытый чат. Кому не актуально, значит не актуально. Мы, по этому поводу не паримся, пойдем собираться, нам завтра рано утром уезжать. Очередной раз говорю, очень жаль. Мы хотели вам предложить полезность, а вы не оценили.